С самого утра на наших улицах грустная дождливая погода. Но не всех жителей захватила весенняя хандра. Даже в такой дождь находится тот, кто знает, как поднять настроение себе и окружающим. Но в ближайшем будущем такой площадки для танцев может не быть. В центре Рязани отменили остановку общественного транспорта еще на трех улицах. Так, по маршруту микроавтобуса номер 41 посадка и высадка пассажиров около площади Соборной, лицея номер 4 и улицы Скоморошинской строго запрещена. Теперь без этих трех остановок расстояние между двумя ближайшими составит 1,6 километра. Тем не менее, в строительных нормах и правилах указано, что дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров. На этом маршруте есть две школы и много жилых домов. Если ученики такой путь осилят легко, то пенсионерам придется несладко. Как им теперь добираться до своих домов, не уточняется. Да. Нет, это мы плохо относимся. Почему? Тут потому, что вот в аптеку мы пенсионеры, близко нам. Я, например, с Московского езжу, пересаживаюсь на первый, потому что ноги больные, и тут желательно остановку.